Всем привет, с вами Данте и... Джохер! Да, какой-то наркоман. Да, Джопер и наркоман. Механик. Да. О, механик. Снежный наркоман, механик. Ну еще лучше. Ну, механик, короче, сейчас пойдет гулять собак на себя. Так он уже вернулся. Так он ходил или вернулся, бля? Вернулся? Да ёбаный в рот, я не понимаю вас нихуя. Тот собрался собачек покакать, тот, блядь, сука, пришел. Я не понял нихуя, блядь. Лёва, он ушел в тот же момент, он ушел, он умер и ушел сразу же. Ой, блядь. И пришел раньше меня чуть-чуть. Блядь. А, и он наслаждался, короче, той хуйней, которую я оставил, а? Так я свою музыку врубил. Потом пришел я и начал слушать мой шедевр. Пока я гонял чайник. Не, меня больше прикалывает, как только я в Королей Шутан включал, ты сразу так тихо делался. Ну правильно, потому что перебивалось. Ну... Если что, я сейчас пью чай, потому что я... Бедный у чай пить. Потому что я раз в 10 озвучил свой рассказ, который, ну что-то наподобие крипипаст, но это не хер, по-моему, крипипаст получилось. Тётя Зина, баланс гулять выйдет! Давайте так, не тапочками. Давайте денежными купюрами. Пятитысячными раз купюрами. Дядя Гриша, где баланс? Да он так... Баланс не выйдет гулять! Почему? Он курит! Он какает! Не-не-не, Лёха, он на неделю Half-Life 3, короче. Не слышно, чем я... что я хрущу? Вроде слышу, вроде нет. Все сразу за мной, блин, я пушу. Если кому интересно, это был лед. И да, продолжайте скидывать деньги. Тогда мы расскажем ту историю. Да. Расскажем. Вот. Биля! А, не Биля. Осталось еще 100% суммы. Да. Потому что то видео еще не вышло. Или вышло. Я вообще единственный, кто не в курсе. Биля! Ты же главный участник. Да. Как ты не в курсе? Мама! Блин! Мама, уйди! Хуйня, уйди! А башня все не выйдет? Пацаны, у меня там башня валяется где-то недалеко от этого. От корпуса. Можете взять, погонять футбольчиком. Баланс, выходи гулять, Биля! Не на качелях! Баланс, давай кто первым на качелях! Зато пробил! Зато за все время, пока я в эту хуйню стрелял, зато пробил. Ну, зашибись, механик, да? Ходи, выходи. Пацаны, давайте, кто первый выбирает? Я уступаю вам двоим кому-то. Погнали. Не, погнали. Ну ладно, так что быть, я под механика подстроюсь. Окей, я подстроился. Давай, Илья, бери. Ты не то взял. Илья, как так-то? Два америкоса продали родину свою. До 9 мая можно. 9 мая only советы. А у меня советы только... Понимаешь, что всю эту неделю мы собирались играть только на немцах и на американцах. Да. Только 9 мая на советах. Да. Но нет, ты испортил систему. Да всю. Ну вот... БИЛЯТЬ! Ну может вот так. Слушай, Илья, где ты живешь? Я к тебе приеду, тебя нежно-нежно, анально, как войду, сука, как провернул,
блядь. Ну давайте, го, чё, фигли, я... Не, я хотя, короче, уже выезжаю, так что, блядь, готовь вазелин. Хотя и без вазелина я воткну. Поедем ему дверь подожжем. Аккуратно положим. Не-не-не-не. С местами поменяем. Не-не-не, знаешь как, мы, короче... Сначала дверь подожжем. Нет, сначала мы будем стучаться в дверь. Илья, возьми пятый уровень, что господи. Будем стучаться в дверь, потом ее подожжем, потом выбьем, потом. Пацаны, потом включим стрим, скажем, вот мы избиваем человека, бляха-муха. Стоп. Вы мне на комп программу поставите? Потом это. Ему руку сломаем, как бы. Потом как бы морду. Да. Потом ему морду. Набьем как бы, потом пальцы порежем, на ноге сломаем как бы. Пацаны, пацаны, вы в курсе, что у меня тут уже оборонительную систему ПВО 2000 строят? А чего? Из консервных банок. Чё, ПВХ 2000, чё? Я там, так, ничего, огнемет вон туда надо ставить. Ты ПВХ за 2000 продаешь? Ты чё, охуел, что ли? Да не, чё так дорого? Лёха, ты главное заходи. Чё так пиво материал это херово? Лёха, главное резко заходи, а то верёвка... сильно натянут, если слабо зайдешь, не порвется. Ты сильно прям так берешь и вышибаешь. Не бойся, я с грязненьким ножичком и битой приду, и это все на... Я тебя побью, порежу, это аккуратненько положу на пол. А ты будешь записывать то, что вот тебя избили и оружие оставили. Отпечатки пальцев, чтобы снять с этого. Струны на гитаре порвать. Нет, струны на гитаре. Погоди, а чтоб отпечатки... Стоп, пацаны, вы что, мне еще и гитару купите? Да заткнись ты уже, дайте мне сказать. А чтоб отпечатки пальцев, сбитые из ножа, снять? Да это мы не можем, короче. Да, посмотрел, ты кстати кидал. Да, ну это, кстати, может быть зеркальная камера, а может быть, короче, реально гипс пистами поменялся. Ёшкин. Я вот, не буду эту чувак, тему развивать чувак, на своем канале, давай. Потому что такую хуйню я не страдаю. Так что смотрите кого-нибудь. Смотрите кого-нибудь. Так, сейчас я немного микрофон полапал. Так а что вообще были чё не смешно. Не слышно вообще было. Кого? То, что я микрофон поломал? Мам, потеряй, сейчас не помню. Илюша! Суп есть, иди! А то баба Валя сейчас все сожрет! Бабушка едку привезла! Давайте био собрались, блин. Вижу говно, стреляю в говно, пиздец. Пацан, давай. Биля. Прикольно договорился. Пацан, короче, мы договоримся так, я тебя убиваю, ты мне нет. Биля. Ну круто тебя пацан, добили. Собака. Где он тут? Это так. Механик, давай, помирай. Крыса. Как истинный американец, продавай свою родину за гроши. Дорачивай! Давай на таран, Паша, давай! Красавчик, а теперь помирай! Красавчик, прям все как я и спланировал. Паша, молодец, все, по плану все, красавчик. Погоди, Леха, а в Don't Step там же можно на джойстике играть? Да. А, ну тогда я на джойстике попробую. А там, я же говорил, что на джойстике работает, короче, кнопка атаки. Вне зависимости, возможно атаковать объект или нет. Нормально. Вот. Так скажем, я беру немецкий картон. Я беру советскую сталь. Я беру французскую хуйню. Все, готов, давай, го. К погружению готовы. Ладно, надо сломать стереотип. Я беру советскую хуйню. Да, седьмой бери, или четвертый. Седьмой или четвертый. Сейчас я S6 куплю. А сколько он в белорусских рублях? Пару лямов, да? Стоит. СС. Так.
Время у нас сколько сейчас? Я потрачу всю зарплату. А у тебя сколько зарплаты-то, блин? 15 миллионов. Да, Паш? А, нет, стоп, не 15. 100 миллионов, наверное. 300-400 долларов. Чё, Дина? Дина, баланс-то сегодня выходить-то... Дядя Гриша, где баланс? Баланс какает! А хули он какает? Ты 150 увидел! А чё тут страшного? На нём и я! Баланс наказан, у него оценки плохие. У него двойки до тройки. Баланс, дружбан, выходи! Мы на качелях! Срём! Как не можешь? А, рандом у тебя... О, вхожу! Оп, вошёл! Я вошёл, пацаны, я вошёл! К восьмым нас скинуло, а к третьим нас скинуть не можно! Я уехал! Жить всё, в Лондон. Короче, я уеду жить в Лондон, тварь. Я не знаю, как я собрался пробивать эту всю хуйню. Короче, я действую по тактике, встал за домик и не палю. Я вообще не ебу, как я тут что-то пробивать собрался. Да вон самый последний, Лёх. Илья, ну ты-то пробьёшь ещё, кстати говоря. Я тут... Стоять, у тебя какая пушка? У меня появилась хорошая тактика. Тут где-то река большая и глубокая. А, как я тут в тот раз, случайно. Ты это записал? Да. Я забыл это вылезть. Ладно, пусть видят, какие фейлы могут быть. Когда ты задумался. И зачесалось в этот момент правое полушарие. S1S. Я, короче, просто буду воздух стрелять, от этого будет больше пользы. Да я вообще. Да, тем более ты будешь делать вид, что ты что-то делаешь, да? А ты в обычном бою ничего не делаешь, как бы. Я? Толку. Не, это Илье. Хана тебе, короче. Ну, подставляй же пень, я вхожу. Я сказал Илья. Дай проехать. Короче, я делаю нихера тактику себе. Буддийского пандарийского монаха. Пандарийского? Пандарийского. Ты в World of Warcraft не играл, я тоже. Так что... Ой, не пизди мне, потому что я не играл. Ну ладно, я не играл. Я играл. Ты в третий Warcraft играл? Все, нет. Зато я круче тебе. Я тут 100 пудов пропью, Лёв. Да я 100 пудов, Лёв, не пропью. А я его 100% пробью, так прямо все хп его слетают. Так. Прямо в БК, да? Да. Я представляю, Лёва фуло, и ты в БК попадаешь, он такой... Сука, бля! Урва! Не, Илья, ну он до твоего уровня-то спускаться не будет. Паша, где ты там? Иди. О. Блять, это чё ещё было? В меня чуть-чуть это... Чуть-чуть бы левее, и мне, блин, капец был бы от Буратино. Да ты помрёшь. Ой, поехал я отсюда, нахер. Лёха. Чё тебе надо? А таран беру. Куда пошёл? Куда пошёл американец? Удачи. Ну, ладно. Какой американец, если советский? Слушай, маски ставить умеешь? Опа-на! Кусок немецкого гопна, а ну-ка иди-к сюда. Союз нерушимый, республик союзных, да. Не помню ни хера, что там за слова, вот это плюшка, что лезет в бошку мою. Пацаны, а посмотрите на... я и пою. Пацаны, хоть а вы видите, не складно получается у меня, 416. Но я не буду петь, ё-моё.
Я попал! Хоть голоса нету ни хера у меня. Ёпта, пиздец, достает мне друзья! Так, значит... Он тебя нашел. Я тебя люблю, но замуж не пойду, сука. Т-150 пока живой, это... Да ну нахрен, так. Пока живой? Интересно, насколько долго? Башня — говно, пушка — говно, гусли — говно, есть танк — говно, всё. Весь обзор на Т-150. Ты сам... Блин, я неделю не играл, можешь мне... Я годами не играл. Ты когда пос... Ну, ладно, не понимаю. То есть, ты неделю назад заходил, может, даже меньше. Позавчера не хотел. Да ну нафиг на вас. Короче, я делаю тактику буддийского монаха. Мы хотели Илью позвать, но он что-то там был немного подгоревший. Да, что-то горелым попахивало с его стороны. Я вас сейчас сгорю. Где-то со стороны Новосибирска. Или откуда ты там? Со стороны Тюмени. Блин. А, ну он... Короче, где-то около Уральских гор, наверное. Ну, короче, так попахивало, что аж до Минска тянулось. А у меня вообще, блядь, нахуй смог был неделю, пиздец. Так. И вообще, знаешь, как мы жили? Мы с вентиляторами ходили, хоть чтоб что-то увидеть. А у кого вентилятора не было, ох, знаешь, как жестко было, о. Илья, следи, короче, до сих пор игру, а чё вы смотрите мою игру? Я... Давай, тащи, да нищи. Да ну нафиг. До сих пор в небе темные облака, знаешь. Да черный. И льёт вместо дождичка почему-то золой уже такой. Черненький, да такими кусками, что аж, блядь, выйдешь. Без сказки это будет жопа. Прикинь, по башке сантиметровая, да, сантиметровая херня такая грохнется, а? А пофиг, Лёха не убьет, я тебя. Я представляю, что над городом Ильи творится. Да там вообще смерч нахуй гуляет по-любому. Там, походу, уже все выжжено. Да там, короче, новый Silent Hill. Да, он, ты приезжай, бесплатная экскурсия. По Silent Hill? Нет, спасибо. Как кто-то говорил, не ходите, дети, в Silent Hill гулять. А чё нормально, Лёха, если у тебя, если ты ничего плохого не делал, тебе все нормально будет. Ты он в второй Silent Hill играл? Я вот все Silent Hill играл, как бы. Ну, кроме Данпура. Ты играл вот во втором, помнишь, там девка? Ну-ка, а как ее звали? Я думаю, же запоминал, я бы... Ну. Ну, давай. Напряги мозги. Давай, я жду, я помолчу, послушаю, ну. Я думаю, запоминал именно. Ну, я жду. Я тебя не тороплю, бля. О, давай, Буратино, забери. Сейчас как я повернется, сейчас как... Скажу, пусть она баланс выпустит. Если что, у Буратино перезарядка долгая, так что его ёбнуть быстро. У меня перезарядка. У Су-8 перезарядка чуть меньше. Но не бойся, она тебя не ёбнет, если в БК не попадет. А в БК она тебе не попадет, у тебя оно, по-моему, на левой щеке. Там-то ты еще это в микрофон, ты еще это напиши. Куда целится Т-150? Данте, а давай писать ту фигню, которую мы писали. А, точно, ща. What the fuck? Алло, кто вылетел? Алло. А кто вылетел? Угадаешь, трёх красных.
покой. Понял. Алло, Паша. Что? Я так понимаю, баланс завезли тебе, да? Видишь, как завезли? Вижу. Илья, давай едь к Фердинанду ебошевой. Я в тебе верю. У меня Илья отключен. Сюха. А, ну можем тогда его обзвать как хотим, только когда посмотрит это, узнает, кто он. Хороший человек! А, надо, кстати, написать эту фразу. Сейчас, дай. Женюсь на... Галичке. Так, надеюсь... Потому что скучно... жить и сна нету. Передобавь Илью, а то он сейчас это будет плохо. Да.